Привет, друзья! Сегодня получили штраф. Мы так решили. В общем, подходим к машине. У нас на лобовом стекле такая бумажка и написано «Заведомление». И там было написано, что мы нарушили такую-то статью, под таким-то знаком встали, и поэтому, в общем, вы должны приехать по такому-то адресу. Приезжаю я туда, там полиция, даю на охране эту заведомение и спрашиваю, говорю, что с ним делать, потому что первый раз такое получаем. В общем, он стал кому-то там звонить, выходит полицейский, в общем, в форме, говорит, прошу пройти за мной. Ну хорошо, открываются одни двери такие с замком, вторые двери, третьи двери, коридор длинный, по этим коридорам куча полицейских, все в форме. В общем, так страшно стало. Думаю, боже, куда он меня ведет? Так, сюда заходите. В общем, захожу в кабинет. Там их сидит где-то человек 6. Тоже такое ощущение, что они там следствие какое-то проводят. В общем, один выходит. Так, пройдемте за мной. О, боже, дальше куда-то иду. Заходим в огромный такой вот зал. Там столы, стулья. Думаю, ну все, сейчас будет какой-то экзамен, наверное, проводить. В общем, он, так, ваши довод особистый, нету карту, я говорю, хорошо, карта побыта, в общем, пишет, потом говорит по-русски, денег не надо, это вам урок, в общем, значит, больше там не становитесь, я говорю, да, извините, хорошо, не будем, потому что там был знак, ну, мы, конечно, его видели, честно сказать, но вообще места не было, где встать. И припарковались там. Ну, в итоге, вот так вот, видите, даже не заплатили за штраф. Так что вот так вот бывает. Ну, все, пока.